Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался? И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число! Не могу я делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Ну сколько можно? Полью цветы. Стой. Эта дверь была закрыта! А ну стоять! Стоять! Ах ты, попробуй. Ух ты, гад, ты как туда попал? Как туда попал?
Чего ты балуешься? Решил мать взбесить? Давай без щитов попробуй. Спрятался? Ну-ну. Чего ты балуешься? Решил мать взбесить? Давай без щитов попробуй. Давай без багов попробуй. Вот и же. Куда делся? Чего ты балуешься? Решил мать взбесить? А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. Смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число! Да куда ж ты... Не могу я делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Опять 25! Это шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Стоп. Какого хрена дверь открыта? Думал, что я не замечу.
куда делся? Давай, бросай дела! Наш сын опять пытается сбежать! А ну стоять! Сейчас ты у меня получишь!